Друзья мои, добро пожаловать. Это, как обычно у нас по традиции, уже World of Warships, и мы сегодня посмотрим, что же интересного в апреле добавили. Да, космические корабли снова возвращаются. 1 у нас апреля вышло обновление 0.8.2. Здесь ко дню смеха, не только к нему, но и приурочили еще обновку ко дню космонавтики. То есть много чего интересного. Посмотрим, поиграем, полетаем. Я напоминаю, что ссылка на игру в описании под видосом. Заходите, играйте, добавляйтесь, друзья. А при регистрации нового аккаунта вы получите премиум-аккаунт на 7 дней, 1 миллион серебра, премиум-крейсер 3 уровня «Варяг» и командира с 3 очками навыков. Ну а мы начинаем. Давайте смотреть. Бета-тестирование режима, где можно играть на космических кораблях, началось, по-моему, еще в 2015, если не ошибаюсь. Было развитие в 2018 году, и вот в 2019, собственно, разработчики сделали 4 режима. Это Космоштурм, Кольца, Сатурна, Двойная звезда и Торпедный супчик. Это все вошло в единый, так называемый, межгалактический многоборье. Здесь это есть, у меня на аккаунте есть несколько... Нет, это не то... Вот, вот наши красавцы, вот наши красавчики, за которых мы сегодня поиграем, посмотрим. Блю Эстер, вот такой у нас красава. Кстати, если у вас есть космические корабли, пишите, какой, по вашему мнению, самый лучший, самый сбалансированный, идеально подходящий под универсальную игру. Действия игры будут разворачиваться у нас на нескольких планетах, если вы выбираете космический режим. В данном случае у нас планета Навис, есть еще Лудус и Ирисус. Вот, собственно, такие у нас дела. Фу, наберите 1000 очков раньше команды противника, захватывайте контрольные точки, уничтожайте корабли противника. В принципе, все у нас, как мы уже видели. Слушай, по-моему, что-то реально поменялось. Мы играли в космическом режиме, это уже дело было, и этим... Я думаю, сейчас мы и продолжим заниматься. Посмотрим. 9 секунд, мы в принципе готовы. Можно посмотреть на наших тиммейтов, как мы обычно, да, вот любим делать. Это как стоишь в пробке на светофоре и тоже смотришь на людей по сторонам. Главное только не прозевать свой поворот или свой цвет сигнала. Так, точки станут доступны для захвата и начнут уменьшаться через 5 минут. Мне кажется, навеяно чем-то в стиле Battle Royale современных, когда тоже зона уменьшается, и вы должны в определенной зоне действовать и, собственно, побеждать, естественно. Запеленгован. Написано, что запеленгован. Горит как-то прям сильно. Слушай, давай, наверное, одну четвертую возьмем. Корабль быстрый. Здесь... Тоже явно, хоть это и космос, космическая тематика, но я думаю, что физика стрельбы, физика учитывается, как и на Земле матушки, так что тут, я думаю, проблем быть не должно. Если бы меняли еще и физику, ну, тут нужно было бы перестраиваться, нужно было бы понимать, как это все устроено. А вообще, кстати, идея неплохая. Может быть, разработчики что-то такое и придумают, это надо просто подождать. Вон такой же корабль, как у нас, по-моему. Так, до активации точек. Мне кажется, что тиховато. А может и не кажется. Бывает такое, что ты типа слышишь тихо, а игра работает громко. Поэтому в игре много настроек, связанных со звуком, с видео, с тем, каким голосом вам будут отдавать команды, каким голосом вы можете говорить и так далее. То есть много разных таких кастомизированных вещей. В общем, там что-то взлетело. Космический корабль, я вижу, вон летает. Но подбить его, скорее всего, наверное, не получится. Ясен пень, пишут. Спасибо, ясен пень. Смотри, какой быстрый. Мы же, помнишь, в прошлый раз играли, но мы тестировали корабли разных классов, разных уровней, и они были не особо быстрые. Здесь прям вообще... То есть пень ясеня. Использую габ. Чат иногда, и вообще не иногда, а в принципе зачастую он полезен. Если там, конечно, нет какого-нибудь агрошкольника или какого-нибудь недовольного игрока, то его информативность хорошая. Так, слышу, музыка у нас играет. А вот противников что-то пока не видать. Наши на А, а точку Б пытаются уже захватывать. Сейчас, на данном этапе, у нас все корабли живы. Как у нас, так и у противника. Вон летит снарядец, я вижу, уже полетел, родной. Куда он полетел, неизвестно. Главное, что не в нас. Так, я слышу, что кто-то где-то кого-то уже успел засечь. Значит, надо быть осторожным. Мало ли, что будет дальше. Так... Тут у нас пацаны стоят, нормально все. Фух. Спокуха. Вон, смотри, корабль это самое садится. Фокусировать на Джигала Вольф Пэриш. До Пэриша мы еще дойдем.
нужна разведка. Так, пока плывем, я же говорю, самое важное, всегда будем повторять, никогда не надо лезть на рожон. Аккуратненько, спокойненько, плывешь себе, никого не трогаешь, попутный ветер тебе в спину, Юнга. Все нормально. Вон там, я вижу, есть какое-то движение на горизонте. Движение есть также и здесь по направлению торпед, видишь как? Давай лучше остановимся, сделаем полный стоп, потому что он так, видимо, и планировал. Вот мы назад пошли, смотри. Давай, стоп. Задний ход нам не нужен. Если бы мы сейчас держали бы курс дальше, как держали, то, скорее всего, торпеды бы явно... А, все уже. Все, можно. Можно плыть дальше, можно не беспокоиться. Все нормально. Что у нас по режимам? Давай пройдемся кратенько. Я хотя бы расскажу в двух словах, что здесь в апреле добавили ко дню космонавтики. Что интересного? Торпедный суп. Один из новых режимов. Он считается самым безбашенным и самым таким, знаешь, экстремальным. То есть он задаст жарку, задаст как бы экстримы. Его добавили, получается, самым последним вообще из всех новых режимов, которые есть в космических баталиях здесь. В общем, концепт боев, как бы, он рассчитан на большие скорости. То есть 100 узлов и выше скорость вооружения, в принципе, сопоставима, также увеличена. И почему бы и нет, да? Тем более, я уже говорил, что видно, что данный корабль у нас двигается реально быстро. Давай подразвернем немного корму-то нашу. Есть люди, которые любят, например, да, чтобы все происходило быстро, 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 чтобы не было вот этих долгих разбусоливаний, пока я туда заеду, пока сюда заплыву. То есть быстрых каток можно сыграть больше. Ты можешь получить реально больше удовольствия, чем от долгих, рассудительных, похожих на шахматные бои прям. А смотри, что у нас здесь происходит? Вон у нас, вижу противник. Мы как-то с вами отошли от реальности, смотрю. Опа, наверное, зря мы идем на полном ходу туда. Потому что там нас могут уже встретить, и это будет реально плохо. Ах, не хотелось бы на торпеду нарываться. Вон он, красавец. Но он очень быстрый, я не знаю, попробуем давай. Тюм! Такой звук, знаешь, как в «Звездных войнах». Звук стрельбы, как бластера космического. Ну, это, естественно, космическая тематика. Контрольные точки доступны для захвата. Команда противника начала захват точки А. Они потеряли уже одно судно. Так что пока мы с вами немножечко вперед вышли тем самым. Фух. В режиме «Торпедный суп», как я понял, есть интересный момент, если вы играете только на эсминцах, а исключительно с торпедным вооружением, это получается очень... Они должны двигаться быстро в этом режиме. А это может показаться реально забавным, увлекательным, смешным, то есть неестественным по вот таким вот делам, понимаешь? То есть, а в этом режиме можно увидеть, как эсминцы будут с торпедным вооружением двигаться быстро. То есть все происходит как на спидах, как будто скорость взяли и увеличили. То есть попробуйте, если вы играете в World of Warships, мне кажется, что этот вариант будет неплохой. А вот также неплохо будет сейчас попробовать... Нет, нет, вот с опреждением у нас беда. Вон 16 километров стоит у нас какой, как яхта. Яхтица такая огромная прям. Так, давай вот так сделаем. Как думаешь, попадем? Нет? Вот так, наверное. Далековато. Ох, разворачивается. Понял, походу, что беда-то его ждет. Вот он и начинает разворачиваться у корму. Сюда попасть, это нужно быть ювелиром в мире World of Warships. Нужно ювелирненько вот так вот стрелять, как мы сейчас с вами стрелим. Бабах! Почти попали. Почти, как говорится, не считается. Вот. Вот. О, красавчик. Ювелир ты наш, Олеженька. Вот. Немного не рассчитал, но здесь нужно набивать руку. Нужно много в это дело играть. Именно так, знаешь, вот, проникаться, и чтобы потом можно было своему другу сказать, типа, братишка, давай там зайдем, забьемся с тобой на что-то. Опа, видишь, забились мы с тобой. Мы с тобой забились, по мне уже начали активно стрелять. В общем, про торпедный суп я рассказал. Вот такая вот солянка, суп, соляночка получается. Мы зря туда пошли, потому что меня обстреливают просто как уйски. Ну, мать, со всех сторон, я боюсь, что я просто не уйду. И мы с вами пойдем на дно. Попадание, двигатель выведен из строя, движение невозможно. Корабль уничтожен игроком УАЗ-201КЛ. Мы зашли с вами, заговорившись немного. Мы, видишь, зона, кстати, сужается. Я же говорю, это принцип батл-рояля. И вот-вот... Все идет к какому-то одному эпицентру, все сужается, и вот такая вот жесть. Я не знаю, как те ребята будут двигаться. Давай понаблюдаем, посмотрим. Тут даже интересно сам процесс.
Мне даже стало интересно, как они здесь попробуют справиться. В принципе, у наших ребят как бы шансов больше, потому что кораблей наших на данном этапе тоже больше живых. Накаркал. Накаркал. Блин, он футуристичный, как из фильма «Трон» прям. Кто смотрел фильм «Трон», ставьте палец вверх. Да, Сергей 64М, к сожалению. Добрячок. Давай посмотрим, что у добрячка здесь творится. Бокоцали добряка знатно. С этой стороны можно как новый, знаешь, как объявление на каком-нибудь там сайте. Типа, во, так-то все выглядит красиво. А вот с другой стороны здесь уже есть беда. Там уже его подбили. Но я надеюсь, что это не помешает ему добраться до врага и, собственно, кого-нибудь вынести. Пока что шансы как бы есть у нас. Я надеюсь, что наша Тима воспользуется этим очень грамотно. Красавец, да, красный. Я даже не знаю, какой больше именно по внешке. Красный такой вот, как лавовый цвет, да? Или синий такой неон. В общем, давай вернемся ближе к реальности. Посмотрим, какие шансы есть на победу у нас. Какие шансы на победу у наших противников. Вот он проплывает. Это наши тут тусят. В кольце. Видишь, в определенном. Они стараются из-за него не выходить. Делают, в принципе, правильно. Эти двое здесь крутятся. Но он тоже подплывает, видит, что кольцо все меньше, 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 как бы точки эти А и Б становятся в определенных радиусах. А эти трое стоят там. И я вот не знаю, получится ли у Дюка 500 кг что-либо сделать. Это было бы хорошо, конечно. Блин, жалко, его подбили. Красивый корабль, классный такой, да? Но подбитый. Смотри, их трое. Даже четверо. Трое здесь, и один где-то должен быть запрятан. Еще мы его не видим пока что. Два осталось. А как так быстро вынесли? Подожди. Стопышка. Свободная камера. Ну, покажи мне. Полетели. Ю-у-у, как мы с вами летать-то умеем хорошо. Вот один здесь. Наши, типа, все его обстреливают. Мы потеряли с вами четыре корабля. Естественно, с нашим тоже считается. Так, это потоплен. А где вражеские-то? Где вражина? Куда они делись все? Вот, вижу торпеды вражеские здесь. Наш плавает здесь. Ходит, точнее, да? Все, победа. К сожалению, мы-то с вами, ну, как бы и участвовали, но даже кого-то попали. Но, тем не менее, у нас с вами победа. Наша команда выполнила боевую задачу. Все прошло шикарно. И все красиво. Боевая эффективность. Вернуться в порт. Погнали. Погнали в порт. А что у нас есть еще? Blue Esther. Давай Galaxy возьмем. Что у нас вообще Galaxy представляет? Это крейсер 7 уровня. Крейсер типа Galaxy. Красота и гордость космического флота Федерации. Головной корабль серии тяжелых крейсеров. Создан во время войны Федерации и роботов. Здесь у него есть свой капитан, то есть ХЗРГЗНГ, вот как будто ты головой по клавиатуре ударился, и вот так вот появился капитан вот этого жаба, если это жаба, конечно. Вот загрузилась. Лудус. Одна из космических наших планет Лудус. Контрольные точки активируются на 5-й минуте боя и становятся доступны для захвата. После активации контрольной точки они начинают уменьшаться. Так, задача команды — набрать 1000 очков. Космический бой. Поехали. Пока люди зайдут, пока туда-сюда. Следующий режим — это космоштурм. Тоже, в принципе, по своей природе режим уникальный. Игроки будут разделены на команды атакующих и, естественно, те, кто будет обороняться. По 9 чуваков в каждой команде. Корабли атакующих должны, в принципе, сразу после гибели, они возрождаются в стартовой зоне. А корабли защищающихся постепенно могут восстанавливать свою боеспособность. В принципе, если так посмотреть, это первый в истории игры режим, в котором появился так называемый респаун. То есть бой построен асимметрично, а противоборствующим командам приходится использовать абсолютно разные тактики для того, чтобы удержать победу, чтобы все было в шоколаде, чтобы все было классно. Поехали! Так, оружие есть, все на изготовку мы взяли, значит, сейчас надо взять волю в кулак и начать побеждать. Да, братишка? Братишка уже, смотри, как это самое активно полетел туда. По пинге все нормально, пинг 30, 35,
То есть фризов не будет, из-за пинга мы не проиграем. Мы можем проиграть только из-за наших ровных, самых прямых на свете рук. Это да. Это да. Там что-то происходит в мире, понимаешь? То есть как бы карта, космос, да, казалось бы, в жизни никакой быть особо не должно, но корабли летают, какие-то космические медузы пытаются совокупляться с этими вот, это горы какие-то, я не знаю. Жизнь есть, но она не должна отвлекать нас от самого главного, от боя. Так, давай за ним попробуем. Попробуем увязаться за нашим тиммейтом. Может быть, из этого что-то в принципе и получится. Фу, в общем, мы с вами посмотрели, рассказали про космоштурм. Мы обсудили торпедный суп. Еще два режима, это кольца Сатурна. Как я говорил, это переработанный эпицентр. И двойная звезда. Это измененный режим классического превосходства. Фу, давай немножко поиграем, и я расскажу про кольца Сатурна. Что это такое, кто еще не знает. Учим космогеографию, чтобы все в этом мире знать. Так, столкновения, я думаю, что мы избежать сможем. Лучше так не делать, лучше не таранить своих тиммейтов, потому что это потом будет очень больно отражаться на стате и так далее. Ой, смотри, там уже кто-то есть. Там уже в 20 километрах, но это далеко. Пока наши снаряды туда долетят, враг успеет 100 раз передумать, сделать что-то другое. Спасибо, нам говорят. Знаешь, что мы сделаем? Давай 1/4, мы попробуем с тобой раз... назад сдай. Полный назад! Назад, назад, назад. Смотри, доедем до линии? Доедем до линии. Тихо, 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 столкновение. Мои парктроники говорят, что все плохо. Давай назад. Ты же можешь, я знаю. Блин! Вот я про это и говорил. Назад, назад, назад. Такую здоровую махину остановить на полном ходу не самое простое в мире занятие. Но по мне уже кто-то, блин, стрелял. Я не вижу кто. Вот кто. Вот ты где. Сейчас мои пушки сведутся на тебе. И все будет хорошо, братишка. Давай попробуем. Делаем чуть-чуть упреждения. Он пропадает у нас из виду, понятное дело, но мы вроде не попадаем. Нам не засчитывают, потому что немного не в ту сторону. Давай сюда вот. Все равно не успеваем, да? Не успеваем. Как видишь, сбоку стрелять... Нет, попали. Пробитие засчитано. Может быть, не этому, но другому засчитали. Давай сюда вот. Ай-яй. Знак вот эти горы говорит о том, что надо все-таки немножко по-другому стрелять. Я хочу сейчас перестроиться и начать движение в сторону наших тиммейтов, чтобы не в одиночку, понимаешь, как бы стреляться тут, а чтобы быть частью команды, чтобы помогать им. И наоборот, не мешать. Давай, 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 давай. Сложно, но можно. Сейчас попробуем. До активации контрольных точек осталась минута. Давай, родной, давай. Галактика. Галактика, которая играет в космических боях. Это так немножко парадоксально звучит, но тем не менее, смотри. Они там кого-то уже подбили практически. Со стороны противника потеряно целых 3 корабля, с нашей пока что 1. И слава богу, мы с вами живы. Это не может не радовать. Так, давай, стоп. Чтоб пацанов не жахать, слушай, походу хабздец ему. Хабздец, братишка, тебе. К сожалению, вот еще одного нашего подбили. Давай. Пошла, 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 родная. Давай, 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 давай. Надо вот так вот брать. Слишком мы не ту взяли планку. Вот еще появился один, смотри. Фига. А это уже по нам, по-моему, стреляется. Попадем? Нет, не успеем. Не успели, к сожалению. Давай сюда. Он стоит тупо на месте, он даже не двигается. О, у нас почти подбили. Только стоило на секунду вылезти из-за этой горы, тебя сразу повалили. Ты посмотри, как они оригинально придумали. Вон наш тиммейтик вылез на брюхо. Перевернулся просто. И там один, второй, третий. И вот такая вот нелепая смерть. Вот так вот, к сожалению, бывает у нас поделать. Не везет, видишь, вот не везет вначале. Бывает такое, что вот надо разыграться, чтобы все было хорошо. Плюс очень много влияет от того, какая у тебя команда. В первую очередь, конечно же, нужно на себя рассчитывать. А потом уже рассчитывать на тиммейтов. Жопу твою прикрывать, конечно, будут, но не всегда.
И что мы в итоге имеем? Даже интересно посмотреть. Бои, кстати, проходят довольно быстро. То есть тут, я же говорю, долго не придется что-либо делать. Но мне кажется, что у наших шансов не особо много. А вот, я думал, это Клевер. Это Велес 100. Ну, в общем, вот такой вот ник цифрово-буквенный. Но мне кажется, что если он не подхилит себя, то шансов на победу у него практически нет. Так, наши стоят здесь, в кольце определенном. А вражина, смотри, как аккуратно обходит, оплывает. Делает все грамотно. Пока что точка А наша, точка Б их. Блин, мало у него жезы. Рисковый парень. Рисковый парень, я тебе говорю. Хохмачок. Что у нас у хохмачка? Давай посмотрим. Хохмачок пытается как-то, вот смотри, держаться возле нашего тиммейта и особо далеко не уплывать из-за вот этих вот космических гор, чтобы не открыться, как мы с вами, чтобы не вырубили его. Не, все-таки решается выйти, да? 10 километров довольно далеко для того, чтобы делать какие-то активные действия. Но ближе подплывать тоже опасно. То есть как бы нонсенс такой. И надо, и не надо. Даже интересно, хохмачок что-то сделает? Попал он туда в него? Так, а мы не особо-то не узнаем. Ландрат. Что у нас у Ландрата? Он пытается тоже как-то оплыть их. Делает медленно, аккуратно. Фух, шансы, в принципе, равны. Андрей Бородино. Давай посмотрим, что у нас. А можно, в принципе, полетать вот так, мне кажется. Свободная камера, управляется неплохо. И мне все время было интересно, что здесь такое творится. Это не медуза, это какие-то там аномальные явления происходят. Так вот, что у нас есть? Смотри, точка Б. Точка Б у нас захватывается. Во, вот тут вот была перепалка. Она и продолжается, в принципе. Двое против одного. Шансы на победу не особо высоки. Главное, чтобы Бородино успел уйти отсюда. Смотри, как он, а? Он лавирует, знаешь, как вот если на коньках катался, вот такие вот маневры, такие вот быстрые завитухи разные. Примерно так же само. Обалдеть. Ты смотри. Я думаю, сейчас эту досмотрим, еще одну каточку. Я как раз вам про режимы новые расскажу. Жалко, братишку вырубили, но там два против одного, и они очень яро пытались вынести его. Что происходит у нас здесь? Что здесь происходит? Кораблей не вижу. А, есть вот наша парочка. И вражина у нас с той стороны. Вот двое здесь. Но они на такой дистанции держатся рядом друг с другом. Понимают, что высовываться как бы опасно. Нас-то меньше. И рисковать никто не хочет. Использую габ. Давай посмотрим. Что здесь у нас? Успел отойти, но немножечко его задело. Немножко задело. Он понимает, что если он сейчас оплывет эти горы, с той стороны, смотри, 4 наших корабля. То есть он не жилец. У него и так как бы жизни-то неполные. Ну, лучше такие риски, наверное, не делать. Вон уже встречают, смотри, вот здесь вот. Вот, я же говорю, встречают его очень благо. Но этого сейчас, скорее всего, потопят. Потому что он уже подбитый, а такие подбитые товарищи — это практически легкие фраги. То есть очень легко можно его вынести и заработать себе репутацию. Тем более он делает такие, знаешь, опасные движения как бы. Он как этот, знаешь, как камикадзе уже. Он понимает, что он уже не жилец по большому счету. Нет, пытается назад. Услышал, видимо, меня. Услышал. Так, давай посмотрим, что происходит в этой части. Здесь тихо. Ну, а как бы захватывается, и это офигенно классно. Я только не вижу в радиусе ни одного нашего корабля, ну, а захватывается, это хорошо. Это чудесно. Получил. Вот это больно было. Вот это они открылись больно. Слева, справа, смотри как. Ох ты ж твою ж налево. Вот, все, торпеда пошла. И торпеда сделала свое дело. Все, минус, братишка. 5 на 5. Сейчас, в принципе, как я говорил, шансы на победу одинаковы. Равны. А вот это вот плохо. Вот это явно плохо будет. Все, минус.
Снова 4 на 4. Было 5 на 5, 4 на 4. Очень неплохо все идет пока. Так, тут не ясно что. Давай посмотрим дальше. Уменьшение контрольных точек завершено. Видишь, они все меньше, меньше, меньше как бы. Так, 10 километров здесь. Немножко дыма, немножко торпед. И куда ты делся? Так-то мы его не видим. Мимо ЗЭК пролетел. Я же говорю, ювелир. Здесь такое впечатление, что играют реально ребята-ювелиры именно вот в этом режиме. Он пытается, видимо, увязаться за вот этим вот братишкой. Команда получила преимущество. Мы только за, мы только рады этому. Но уплывать далеко вряд ли он сможет. Давай посмотрим, где более жесткая идет у нас бойня. Так, там все в порядке. Нет, тут нигде не все в порядке. Вот пытается захватить А. А и Б захвачены нашими тиммейтами. Но очень опасно, потому что, смотри, там в 10 километрах обстрел идет. И вот тут прямо за дымом тоже есть один чувак, который стреляет по-нашему. Рисковое занятие. Он решил, видимо, собой пожертвовать, лишь бы захватить точку. Благородно. Корабль похож на какую-то обугленную шишку, что ли, я даже не знаю. Очень странный вид у него. Он не доплывет. Рисковать даже не было смысла, наверное. Идем дальше. Смотрим, что у нас происходит далее. Ой, плохо дела. Плохо дела. 3-2. 3-2. Один здесь, один здесь. Команда противника начала захват точки А. Ой, не знаю, не знаю. Надо вынести. Я так понимаю, что ему надо как-то вынести. Сын Бородино еще живой. Живой, 266 осталось ХП у него. Это ж вообще кардинально мало. Это буквально один удар. Или он случайно где-нибудь тиранет какую-нибудь там гору или союзника. Все, пиши пропало. Хилиться, видимо, тоже не может, потому что закончилось. Пошел торпедой. Вариант хороший. Вариант неплохой, в принципе. Он, наверное, хочет ближе к своему, наверное, чтобы вдвоем сконцентрировать силы против какого-то корабля, мне кажется. Давай посмотрим. Так, свободная камера. Ах ты ж твою же мать. Ну как бы шансы-то есть, смотри. Ах ты ж красавчик мой. Ах ты молодец-то. Ты смотри, какой молочага. Ну реально, респект такому челу. Молодцы. Вот это молодцы. Вот это молочага. Снова победа. Последняя катка в этой серии нас закидывает на планету Навис, где выпадает режим «Двойная звезда». Это измененное превосходство. Здесь контрольные точки, которые нужно захватывать, они расположены со стороны противника, как видно сейчас, собственно, на радаре. И первоначально они занимают как бы большую территорию, но с пятой минуты они начнут уменьшаться, быть меньше, 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 меньше. Первоначально они занимают как бы вот такие вот, видишь, глобальные масштабы реально. Для того, чтобы враги как бы не захватили нашу контрольную точку, то есть нам предстоит активно атаковать. Ну, в общем, 5 минут как бы есть, пока оно все уменьшаться не началось, давай смотреть. Ну и кольца Сатурна — это у нас режим эпицентр. Режим игры переработанный как бы. А в нем захват внешних зон не блокируется, и если противники пытаются захватить внутренние зоны наши, за удержание внутреннего кольца и центра, команда получает как бы больше очков, чем за внешние кольца. Вот такой вот хитроумный, хитросплетенный режим игры. Сейчас двойная звезда. Давай посмотрим, давай поглядим. Пока что на полном ходу мы с вами валим. Наваливаем, вижу, что... Видишь, вон они все наши скопились. Наши противнички все там. А им нужно на нашу сторону перебираться. Интересно, в принципе, интересно. Тем более, учитывая тот факт, что корабли здесь двигаются довольно быстро. Не так быстро, как в торпедном супе в режиме, но тем не менее. Так, тут даже какие-то города, и смотри, какие-то там. Или это не город? Ну, похоже, похоже на города. Хотя, какие могут быть у нас космические города? Ладно, не будем усугубляться. У нас сейчас немножко другие приоритеты. Сидим на месте, давай, на стопе. Поизучаем, посмотрим, как дела. Тут дела у ребят не очень хорошо, потому что их уже активненько валят. Как дела здесь? А сейчас пушечка сведется, и мы узнаем, как дела у нашего братана там. Полетели, родненькие. Пока он сделает этот разворот на 180, что-то в него да попадет. Нет, не попал. Да ладно, да не может быть.
Да в жизни не поверю. Так, не получится. Опа, торпеды в нас. Торпеды в нас или не в нас? Ух ты. Они по нему стреляли, но могли задеть и нас. Это как в сериале «Бригада», помнишь? Могут стрелять по мне, а заденут вас. Так, вон там еще. И здесь двое. И там-то дофига, просто дофигашечки народа. Я вот думаю, надо ли нам вообще высовываться. Этот братан понял, что высовываться не надо, но вон там уже начинается активное, видишь, жарко. Сейчас пушки наши сведутся, это не очень быстрое занятие, не очень быстро происходит. Тем более он пропал у нас из виду. Давай, родная, давай, 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 давай же! Сводись быстрее. Так, делаем вот такую штуку. Может быть, куда-то да попадем в него, нет? Вообще не поймем. Вообще никак. Странно, недолет. Орудие очень медленно перезаряжается. Очень не спеша все это происходит. Поэтому, когда играем за Париж, ну, за Париж, проще говоря, надо думать наперед миллион раз. Попадем, нет? Как думаешь? Не попадем, да? Не, попали! Пробитие засчитали нормально. Я, честно говоря, даже не надеялся особо. Я на такое даже... Опа, это в меня уже. Эти ребята явно были нацелены на нас с вами. Что-то мы куда-то... А, все, я понял. Все нормально. Так, братишка, сидим пока с тобой здесь, потому что макаться туда, наверное, не надо. Вот он сейчас попробует, наверное, как-то... Куда стреляешь? А, в того дальнего хочет. Ты хочешь прям в того дальнего попасть? Ну, такие у тебя замашки. Наполеоновские планы, это, конечно, хорошо. Но давай смотреть. Вон он, полутрупчик наш плавает. Не могу пробить, горы мешают. Братан, у тебя получится, как ты думаешь? Шансы есть? Шансы, наверное, как бы есть. Контрольные точки, доступные для захвата, и начинают уменьшаться. Вот, собственно, что мы видим с вами. Вот смотри, что тут делается. Ты смотри, что делается. Давай вот сюда вот. Пошла, родная. Есть! Поджог и попадание. Так, чинись, хилься. Давай, пошла. Мне надо хотя бы, чтобы половина была заряжена. Твою ты мать! Плохо дело. Мимо как прошла, смотри, а? По касательной. Плохо. Я-то пытаюсь как бы... Давай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Все, уходим отсюда. Я предлагаю сваливать. Если у нас еще хватит сил, надо попробовать свалить. Броня здесь стопроцентная. То есть как бы долго будут пробивать непробиваемых нас. Того вальнули уже. Того братишку уже как бы жахнули. Смотри, кольца сужаются. А надо двигаться дальше. Фу, так, пушки сведены. Давай посмотрим. Поглядим, кто там у нас есть. Так, пошла, родная. Пошла, родненькая моя. Давай. Не успеем? Ну, как бы... Надо еще дальше. Вот так вот примерно. Вот примерно вот так. Обнаружили нас? Уходим. Попытаемся как-то выйти из этого. Но наши корабли подбито больше, поэтому я не знаю. Я не знаю, на что здесь можно рассчитывать. Уходим от торпедных этих залпов. Ах ты собака, а. Он там где-то засел за скалой и аккуратненько нас выносит теперь. Вот ты весь, как говорится, сыр-бор. Запеленговали нас тоже. Ах, ну а что поделать. Вот так вот, так живем. Запеленгованные и грустные. Вон он, зараза. Я его даже не увидел сначала. Он подбитый, слился вот с этим окружением. Давай. Давай, сводись, мать, сводись. Попробуем. Попали. Попали мы по нему, да, поджог. Хорошо. Собака. Так, что у нас? Живы-здоровы? Вроде как да. Вроде как бы еще жить можно. Так, смотрим. Ай, падла. Он там запрятался. Он понимает, что ему высовываться рискованно. Так, давай тоже станем. Уничтожили. Мы кого-то уничтожили с вами. Нам засчитали как уничтожение. Ты прикинь, даже вот повезло. Вот это класс. Вот это вот прям чувствуешь себя вообще красавчиком.
Фух. Значит, 26 далеко, 31 — это вообще другие концы этой карты. Так, поплыли. Давай, чинись, ремонтируйся. Хотя бы половина хп. У нас 92 400 хп. Ну, до 45, наверное, 50 мы себе восстановим. Что там такое? Там что-то непонятное. Пишут, что у меня столкновение может быть. Да вряд ли. Команда противника близка к победе просто потому, что они захватывают точку. Они захватили Б и сейчас захватывают нашу А. Где наша А? Ну, а вот наша А. Мы как раз в ней находимся, в принципе. Мы как раз в ней и находимся. Но все наши корабли тоже тут. Но враги умудряются ее захватить даже. Давай, 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 давай. Аккуратненько. Все как-то одновременно начали быстрее, быстрее, быстрее двигаться. Это правильно. Это правильно. Давай подобьем того, кто там пытается чего захватывать. Нам не нужны здесь такие чуваки. Не надо нам захваты здесь делать. А кто из них там реально делает дела? Посмотри, по радару мы все на А находимся. Все наши на А. 128 километров, это далеко. Странно. Вижу эсминец противника. Вот это хорошие новости. Давай попробуем тоже помочь как-то. Помощи сейчас вряд ли мы много сможем оказать. Так, разворачиваемся. Те заняты слева. Там два корабля. Тут тоже заняты, поэтому по нам, по идее, никто не должен, в принципе, как бы стрелять-то сильно. Там вроде все окей. Фух, блин, а? Как-то прям напряженно все у нас получается. Но мы стараемся. Команда врага получила вон он, 9 километров. Но я, по-моему, все... Ну да, просрал. Понятное дело. Понятное дело, мы все просрали. Опа, 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 опачки. Ты смотри, какая там жизнь творится. Так, потопили его? Потопили. Вроде как да. Но точка А по-прежнему не отходит в наше владение. Это печаль, на самом деле. Это, блин, печалька. Так, ну давай. Опа, нет, не надо мне с этих столкновений, нам не нужно. Ах ты, зараза. Сейчас я сведусь, ты у меня попляшешь. Давай, 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 давай. Пошла, родная. Блин, я врезался таки. Ай, твою ж ты мать. Я думал, я там проплыву. Ну посмотри, где там, мы же не врезались. Еще и сел на мель. Зашибись. Выруливай, выруливай, братишка, выруливай. Выруливай, давай. Давай, давай, перезаряжай уже быстрее. Во. Пойдет? Пойдет. И так сойдет. Да, нормально. Че, мы не выруливаем оттуда? Выруливаем, нормально все. Все хорошо. Чуть-чуть нас коцнуло, бывает. А вот это уже не чуть-чуть. Это уже серьезно. Давай. Давай, зараза, сейчас ты получишь у меня. Во-хо-хо-хо-хо. Это было красиво. Это было сочно. Это было по-наливному прям. Давай еще немножко. Надо еще. Вот надо так вот потопить этого сукиного сына. Давай. Давай, давай. Мы горим. Мы горим, и нас горят. Но мы должны победить. Давай. Пожар потушен. Пожар-то потушен, но жопы горят все равно. Поэтому вот. Давайте, парни, поднажмите. Давай, давай, давай. Оно долго перезаряжаться будет. Давай же, ну. Либо нас, либо мы его. Так что давай думать. Чё-то он близко очень. Давай на таран его нахрен возьмем. Сукин сын, ты меня сейчас получишь, падла. Я тебя на таран возьму, ты понял меня, сученыш? Давай, таран его, таран, Джеронимо. То есть мы оба сдохли. Подожди, мы его затопили, и он нас затопил. Это феноменально. Это феноменал, понимаешь, просто. Мы взяли, бахнули его на таран. Вот, вот так, вот такое тоже бывает здесь. Жестко, я согласен. У него, наверное, срака там горит жестко, ну а что поделать? Вот, вот так вот. Вот такая вот игра, вот так вот мы с вами тут дела-то делаем. Ух ты, ой, как плохо. А хотя нет, почему плохо? Нормально. Или все-таки плохо?
Поражение, к сожалению, у нас поражение. Уничтожен тараном. И мы его уничтожили тараном, и он нас уничтожил тараном. Ну что, друзья, на этой ноте будем заканчивать. Апрельское обновление мы посмотрели. В честь космонавтики тут действительно интересно. Можно поиграть на космических кораблях, поучаствовать в межгалактическом многоборье. Новые 4 режима мы посмотрели, в некоторые поиграли, обсудили. Ссылочка на игру в описании под видосом. Увидимся в новых сериях. Пока-пока.